Всем привет! Решила немножечко поснимать сегодня. Еще недавно светило солнышко, но набежали тучки, стало пасмурно и даже пошел снег. В принципе, нормальная ситуация для нашего региона. Не будем грустить. Вам всем приятного просмотра и отличного дня! Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с началом весны. И так совпало, что сегодня день рождения у нашего кота. Маркиз, с днем рождения тебя! Прошу, джентльмен. Скажи, не нравится мне такой день рождения? Не нравится мне такой день рождения? Снимите с меня это. Маркиз. Маркиз. Ну, посмотри, какой ты красавчик. Ой, какая рубашка. Какая бабочка красивая. Ой, какой красивый. Иди сюда. Иди. Иди. Вот твой торт. Вот твой торт, именинник. Кушай. Будем раздеваться? Давай будем раздеваться, да? Не нравится тебе? Не нравится костюм? Неудобно, скажи мне, в ваших брюках. Неудобно, да. Все, снимаем. Вышагивает. Пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, мой хороший, снимать. Пойдем, пошли снимать, пошли, пошли, пошли снимать. Кота я раздела. Если кто-то переживает, что мы над ним издевались, то нет, ни в коем случае. Мы очень любим своего кота. Это было буквально дело 5 минут. Сфотографироваться. Ну и в награду он получил свой вкуснейший тортик. Вот облизывается теперь. Наверное, было очень вкусно. Поэтому вот так вот мы быстренько отпраздновали день рождения. Да, Маркиз? Да. Все хорошо. На днях сбылось еще одно мое желание. Можно даже сказать, мечта. Мы купили робот-пылесос. Я его хотела очень давно. А с появлением пушистого кота я захотела его еще больше. И вот теперь он реально облегчает мою жизнь. Мы пылесосим с появлением кота раз в 3 дня. Стали пылесосить. Нам это все надоело. И мы купили робот-пылесос. Это совсем не реклама, абсолютно не реклама. Я не собираюсь даже говорить ни название, ничего. Он собирает очень много шерсти, пыли. Где он это находит, я не знаю. Вот, видимо, вот этот виновник ее сейчас активно сбрасывает в период линьки. И вот этот помощник мне очень помогает, да? Вот он. Ой, как хорошо, дружище. Мне не надо пылесосить сегодня, наконец-то. Смотри, кот вышел, кот вышел. Первое знакомство. Что это, Маркиз? Что это? Что это? Иди разберись скорее. Ага. Как он смотрит на него. Подруга к тебе приехала, снижалась. Подружка, видишь, какая беленькая у тебя теперь. Разговорчивая, на русском языке шпарит. Пошел, пошел, пошел. Угу. Так. Сейчас будет интересно. Да ну ее, скажи, да? Что, Маркиз? Что за штука это? Так, направляемся к коту, а он видит, что кот и медленно снижает скорость. Он когда видит, что к коту подъезжает, он как-то скорость сбрасывает. Тормаживает? Да. Что, Маркиз? Классная штука, да?
Всем привет. Мы вышли, точнее, мы пошли по делам в вечернее время суток, в такую вот погоду. Мы пошли по делам, мы заодно прогуляемся, и я решила поснимать немножечко, что тут у нас, как тут у нас в микрорайоне. И уже вижу такое очень странное событие. Сегодня 1 марта, а у нас в микрорайоне еще по-новогоднему красиво. До сих пор стоят вот эти елочки. И вон там, я вижу, вдалеке еще стоит большая елка. Интересно, она до лета будет стоять? Ну и, конечно, еще горы снега, которые тают. Уже такие грязные горы снега. Такие красивые елочки, да? С Новым годом, друзья! С 1 марта! С 8 марта, елочки! Ну, до 8 еще неделя. На самом деле, идти даже скользко. Оно вот это вот все растаяло. Ой, лужи и снег вперемешку. И очень скользко, можно упасть. Поэтому надо быть осторожным. Сейчас мы дойдем до елки. Но надо же, а! 1 марта елка стоит. Очень интересно. Просто такого я не помню. По-моему, такого еще не было, чтобы 1 марта елки в Подольске еще не убраны. Ни в центре, ни у нас тут. Ну, а вот и елочка красавица. Стоит, красивая такая. Светится. И все бы хорошо, если бы не 1 марта. Как-то немножечко диковато, может, даже глуповато. Но красиво. Вот эти звезды на нашем бульваре стоят всегда. Потому что бульвар 65-летия Победы называется. Звезды здесь всегда эти. Красиво. Вечером красиво, они разноцветные. А мы идем дальше. Я снова вяжу. Сейчас я вяжу вот такую вот милоту. Это будущий комбинезончик. На них был бум на вязальном ютубе года 2 назад, наверное. Ну а я вяжу этот комбинезончик для своей подружки, точнее, для маленького сыночка моей подружки. Очень всегда приятно вязать для малышей. Мне очень нравится. Когда довяжу, конечно же, покажу готовый. Ну а на сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всего вам самого лучшего. Пока.